доделана, слава богу. Георгины уже были готовы, и работала только с зеленью в этот раз. Такую фисташечку сделала. Там она идет. Листья георгина. Две ветки фисташки и листья георгины. На подставочке стоят. Поедут в этот раз в школу, порадуют педагогов. Сейчас немножко приберу дома, потому что дома рабочая обстановка. И начну готовить праздничный обед на 23 февраля. Вот они какие, ростовые георгины.